Ребята, а перед вами Cadillac Escalade, совсем новый, к крутом обвесе, уже практически полностью начиненный тюнингом, всевозможным стайлингом. А мы здесь устанавливаем вакуумную заслонку и делаем управляемый выхлоп так, чтобы он включался и выключался с брелка. Это очень удобно, практично, это тюнинг 21 века. Давайте послушаем, посмотрим, как он звучит. Интересно, я опять все проспал?